Государственный грант в размере 400 МРП получили ряд жителей Усть-Каменогорска на открытие бизнеса в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Всего с начала этого года было отправлено 288 заявок на участие в проекте. С некоторыми из тех, кто реализовал свою бизнес-идею, встретились наши корреспонденты. 44 государственных гранта уже выдали жителям Усть-Каменогорска, желающим заняться бизнесом. Среди тех, кому оказали поддержку, 20 человек из многодетных семей, один получатель АСП, 7 лиц с инвалидностью, 11 человек, воспитывающих ребенка с инвалидностью и 5 получателей пособия по потере кормильца. Грантополучатели реализуют бизнес-проекты по ряду направлений. Например, открывают небольшие цеха, занимаются животноводством, птицеводством, производством кондитерских изделий, пошивом одежды. Получить грант в этом году могут представители социально уязвимых слоев населения. При этом претенденты должны соответствовать категории занятости, то есть быть безработными или индивидуальными предпринимателями до 3 лет, а также пройти обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес». Один из тех, кто принял участие в нацпроекте, Мадик Абдрасылов. Он открыл сервис по ремонту автомобилей. Я узнал об этой программе и решил принять участие. Составил бизнес-план, прошел 2 недели обучения, защитил проект перед комиссией, и мне дали грант. На эти деньги я купил необходимые инструменты и начал заниматься делом. Важно отметить, полученный грант можно использовать только по целевому назначению. Деньги не предоставляются, например, на потребительские цели, погашение кредита, на приобретение недвижимости или земельных участков.